Новый спортивный клуб открылся в Твери на улице Макарова. Оборудованный по всем стандартам, он дает хорошую возможность детям с окрестных улиц заниматься боевыми искусствами. Подробности прямо сейчас. Просторно и светло, отличное покрытие, обеспечивающее безопасные тренировки. Все это новый спортивный клуб, который теперь работает на улице Макарова. Его успели оценить даже самые юные спортсмены, как, например, София Андреева, которая занимается тут всего лишь около месяца. Зал очень комфортный, все условия созданы для детей, для юношей, девушек. Есть санузел, все очень удобно. Есть вода в свободном доступе. Все обустроено так, чтобы было безопасно, зал очень удобный и комфортный. Кто-то ходит сюда заниматься целыми семьями. Например, у Петровых вслед за сестрой тренироваться захотел ее младший брат. Я сперва привела старшую дочку, Сашу. Ей понравилось. И в процессе как бы приходили с маленьким Егоркой. Ему тоже понравилось, и он тоже начал ходить. Стоит отметить, что клуб открыт на средства неравнодушных людей и при поддержке депутатов Тверской городской думы. Поэтому наряду с вице-президентом областной федерации дзюдо Абдурахманом Базаровым, а также руководителем региональной федерации бодибилдинга Станиславом Боржевским, поприветствовать спортсменов, тренеров и гостей пришли депутаты Ян Барышев, Александр Маняков и Илья Холодов. Они пожелали членам клуба спортивных успехов. Чтобы у нас были здоровые, хорошие детки, чтобы открывалось больше спортивных залов. А наша задача, соответственно, избранных депутатов сделать так, чтобы таких залов открывалось все больше и больше. Таким образом, теперь на улице Макарова сотни детей и подростков Пролетарского и Центрального районов могут в комфортных условиях и под руководством опытных тренеров заниматься такими видами борьбы, как дзюдо и самбо.